Привет! Трибуар! Наконец-таки на канале со смешными моментами с Куплиновым вышел новый видос. И это видос по игре Фазмофобия. Это уже третья часть. С первых двух мы уже успели поорать. Правда, выходили не очень давно, но в любом случае на канале вы сможете найти реакции. Ну теперь давайте глянем третью часть. Уверен, будет офигенно, как обычно. Погнали! Так, я, значит, захожу, значит, туда, где мы, в принципе, все будем. Зашел где? Сюда, значит, я, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 алло. Алло. Здорово, алло. Да. Да. Алло, алло. Да. Привет, привет. Да слушай, я тебя внимательно, ты чё алокаешь, ну хватит, ну да, здорово, здравствуй, алло, да. Алло, да. Алло, да. Здравствуйте, я кричу, да. Но никто не отвечает мне. Да в смысле, я тебе 10 раз ответил, ты что, глухой? Да ты шут ли такой, ты ничего кричишь-то сразу. Да а что, потому что не отвечаешь, я вообще захожу в Дискорд. А что Артур не отвечает, что сразу я не отвечаю, Артур захожу, не отвечает. А захожу в Дискорд, он мне говорит, введите им пользу для паруля, я вообще какой, еле вспомнил, прикол. Нет, это Дангар опять. Нет, я проверяю. На микроволновку не ставь, потому что испортится камера. Почему ты думаешь, что она испортится? С какого фига? Микроволновка вообще как бы там выключена, пофигу на это. Убрал. Прикалываешься, что ли? Электроволны от камеры. Микроволновки испортят камеру. Да. 10 раз. Нифига себе, смотрите, рука торчит из стены. Это ж страшно. Да, он в комнате. Можешь позвать его. Опа, мигает свет, мигает свет. А кто так топает? Он в углу! Вот он! Я его вижу! Я вижу! Вот он в углу! Вот он уходит! Да что ты не фоткаешь? А, ты снимаешь! Уходит! А он пришел наоборот! Вот он! Что с ним делать? Что с ним? Распятие! Дай нам знак! Ты куда пошел-то? Просто мимо. Блять, пизда, Артур, тебе пизда! В принципе, логично. Дангар, ты где? Дангар! Далеко. Что такое голос-то страшный? Какой далеко? В смысле далеко? Иди ко мне, ты чё, меня бросил тут домой, Иди назад! Бля, Артура ёбнули, всё. Всё нормально, всё, да? А, да, всё нормально, всё, он тут уже вот лежит. Ага. Ну, ёбнули Артура, да, всё нормально. Да, всё нормально. Всё хорошо. Замечательно. Так. А теперь забирай. Ебать! Рука! Ай! Смотри! Бля, это моя! Смотри прикол, смотри на стену! Охренеть! Такой... Что это? Что это такое? А вы точно борец с призраками? Видите прикол на стене? Не, вот он... Он дрочец с призраками. Тихо! Вот! Джозеф Кларк! И все убегают из дома. И куда ты опять побежал-то? Ну что за пиздец? Ну почему ты опять убегаешь? Как же там все лагает, жесть. Так, профессионал, хотите или не хотите? Хотим, но на серьезнейших щах. Если я начинаю кричать... Мы по-другому, Дима не умеет. Вы говорите, стоп-слово, нельзя кричать. Стоп-слово? Надо просто, чтобы оно короткое было. Бан. О, бан. Давайте кричать бан. Бан. Неплохое стоп-слово. Бан! Да, бан, давайте кричать бан. Все, бан. Слово да. Бан, отлично. Бан Куплинову за ора. Бан слово. A few moments later. В смысле, не-не-не, у меня все нормально. О, мигает свет. Дангар, свет мигает. Бан. В смысле, он же еще не начал орать. Так она ответила сейчас тебе? А, бан. Я понял. Его пытаются заткнуть словом бан. Бан. Я сначала не понял про бан. Шуба, нормально. А потом, нормально, я потом понял, блядь. Я думал, ты в чате. Морской котик. Ты перекинь прикол. Стоим, короче. Начинается какая-то хуета. Опять закипел. Хватит кипеть, снимите его. Начинается хуета. Он, короче, ни с того ни с сего говорит бан. Я нихуя не понимаю. Он сказал. Хватит! Сказал бан и молчит, и я нихуя не понимаю.
Похоже. Бля, реально, этот бан, он вообще не останавливает никак, нахуй. Ебать, у нас нет. У нас рассудка нет. Нифига себе, рассудок ноль. Нам надо жахнуть слабительного. Чего, бля? Какого слабительного, ты чё? Тогда рассудка точно не будет. Блять, короче, надо менять слово «бан» срочно на другое. Я вообще нихуя не понял. Давай было... Надо то слово, то, да-да. То, да господи, то стоп-слово, которое было в Евротуре. А я не помню, какое оно было, потому что оно было очень сложное. Лайка, оно хоть длиннее, его хоть понятнее. Давай веник, смотри, давай веник. Нормальное слово, веник. А давайте лещом вам по лицу. Вот знаешь поговорку? Вот мы как этот, как, блядь, веник. Если мы по одному, то нас ломают. А если вдвоем? Если много. Ну там надо, чтобы много было, вдвоем тоже мало. Тоже сломают, блядь. Веник тоже, веник незвучный. Надо звучное слово какое-то, звучное. Балалайка, да, это звучит. Да нормально, его можно... Или баян, тогда тоже звучит. Веник, давай, веник. Я даже сначала забыл вообще про этого чувака, потом, когда его показали... А, папины дочь. Не-не-не, давай без веника, реально. Давайте балалайку, балалайка хорошо звучит. Напиши в дневник. Короче, походу, в этой комнате. Одному надо остаться, ребят. Ага, дурак. Возможно. Hello, motherfucker. Здравствуйте. Балалайка. Выключи фонарь. А чё балалайка-то? А, типа балалайка, когда появляется это, что ли? Я думал, балалайка, когда начинает Куплинов орать. Ну, никакого ДНК я не вижу. А мы видели. Завалился! Куда исчез? Ты чё, сдохнул? Ты нахуя в стену ушёл? Еще не открытая для нас эмоция. Что это такое, блядь? Я держу левую. Я левую держу. Это я держу левую. Это найдет. Держи. Как вообще призрак может дверь открывую? Руки. Балалайка. Да? Отстань. Тангар в пизда. Тангар, ты где? Тангар. Там как будто бы кто-то курит кальян, блядь. О, охренеть! Так постучал. Блять, он прям с нами тут стоял, нахуй. Джозеф Тейлор. Добрый вечер. Блять! Пустите! Закрылись. Сходи, ты, блядь. Чё там за тройничок? Балалайка. Это была сводка. Охуеть! Да, как будто бы, блин, я смог быстро так переключиться и сфоткать его. Ага, я чуть не пересрался. Он здесь! 5 звезд на улице! Бля, Дангару пизда! Дангар, тебе пизда? А где Дангар-то? Он, Дангар справа прячется в этом. А почему у меня АМП-то работает здесь на пятерку почти? Маги рептилий. Это откуда что это такое было? Джозеф Кларк! Джозеф Кларк! Джозеф Кларк, ты мудак! Джозеф Кларк, ты долбоёб! Иди на... Какой ты злой это? Зачем ты обоскорбляешь бедного призрака с топориком? Джозеф Кларк, дай нам знак, Джозеф Кларк. Джозеф Кларк, ты лох. Джозеф Кларк, ты лошара. Джозеф Кларк, Барбара Вилсон, а лучше, чем ты. Барбара Вильям, сука, я разъебу тебя подоконник. Джозеф Кларк, у тебя в кармане какашка. Нифига себе, прям уничтожил. Прям вот это он ты уничтожил, а. Вот это панчик. Джозеф Кларк, ты лох! Джозеф Кларк, ты такая чмошница, просто невозможно. Ты прям лошара ебучая. Ты Джозеф Кларочный такой, ты вообще, ты... Фу, ты Джозеф Кларк. Ты не Джозеф Кларк, ты Клара Джозеф, понятно? Джозеф Кларк, ты сучка просто лошарная, ты чмо. Ой. Джозеф! Вообще похую! Кларк, какой же ты лох, блядь! Сейчас он к вам подойдет и у кокоса. Теперь он идет! Короче, держим. Держим взгляд на дверях. Я смотрю кладовку. Дангар! Вот он! А! Не ори! Вот он! Сам себе что сказал? Фоткай! Меня убили! А как ты орешь тогда? Открывай дверь, пизду. Дверь, пизду. Открывай дверь. Сейчас. Все нормально. Все нормально. Все хорошо. Замечательно.
Алло! Алло. Пацаны! Алло. Вообще, ребята! Тебя слышно, ты нас слышишь? В игре? Да. Нет. Ты да, нас в игре не слышишь? Слышно. Чего? Да, перезайди, нет. Перезайди в игру, ты чё? Нет, Дим, ты нет, не слышишь нас, значит. А почему, если я же только что зашел туда? Не, ну мы-то слышим друг друга. А меня вы слышите? Мы слышим и друг друга, да. И в игре но меня ты слышите? Нас не слышишь. Я сейчас не в игре разговариваю. Да, мы слышим тебя. В игре? Да. И в Дискорде? Да. То есть два раза меня слышите? Да! Тогда перезайду, хуляры. Нам нужно стоп-слово, получается, длинное, чтобы в начале, когда... Так балалайка, вы же уже решили, не? Ты начал говорить, никто не заметил, а когда закончил, все уже поняли, что это стоп-слово. Балалайка! Давай что-нибудь типа там, я не знаю. Можно испанцы? А что три только? Испанцы? А что три? Испанцы, нормально. Благовоние я взял. Соль я взял. Вот в следующий раз запустишь это в микрофон, чтобы я точно услышал. А это откуда было, кто заорал-то? Пойдем. Надо говорить быстрее, так пищит АМП, но это хуйня все. Тебе нужно сфоткать, блю... Я тоже не пересрался. Испугались? Обосрался. Сфоткать кость и сфоткать... И отпечаток. Опа, атака. Атака? Ататака. По-моему, он с другой стороны закрылся, не? Испанцы! А чё упало? Испанцы! Выходим! Испанцы, выходим! Ебать, он громко ходит! Ебать, он громко ходит, бля! Как испанцы, да? Тараканы за плитуса попался. Мне не работает. Испанцы. Испанцы, кстати, хорошо работают. Проблема с испанцами только в том, что, ну, как бы они всегда звучат удаляясь. Такие вот, ну... Издалека. Я не понимаю, как это работает. Происходит какой-то пиздец, и Дангар... Я уже в машине. Как он, блядь, в этой машине оказывается? Как... Телепортируется. Им хуем он туда бежит. Я вообще этого не понимаю, блядь. Все по шкафам, Дангар по съебам, блядь. Как так? Ну вы пока в шкафу будете сидеть, вас он найдет, а Дангар это свалит. Можно. Опа! Песня пошла! Песня, слышу песню. Удаляющийся, главное. Держи, держи левую дверь, я правую. Да нет, атаки, пойдем. Все, нормально, отбой, отбой, тревоги. Атаки отбой, нет. Тревоги. Все, атаки нет, пойдем. Он смотрит на нас с улицы, смотри. О, привет! А что уже две фотки? Кто потратил три фотки-то? Так ты посмотри, там охуенные фотки-то сделал. Там лысина, Дангар за стеклом, блядь, и доска, нахуй. Дангар за стеклом, хоть на аватарку ставь, блядь. Стоит там, нахуй. А что он в руках сейчас держит? Типа нет, фигня какая-то. Лиза Робинсон, Артур, скажи Лиза Робинсон. Вы шо ебанутые там, тихо. Атака пошла, вон Артур. Пойду посмотреть на датчик. Лиза Робинсон, Лиза Робинсон. А не работает нихуя рация, Лиза Робинсон. Суки. Я Артуру, я ему делаю, короче, азбуку Морзе, чтобы он съебался оттуда. Она в коридоре, Артур. Здесь никого нет. Ну-ка смотри, дверь в коридор открыта. Она здесь, закрывай, закрывай. Фига себе, как-то кинематографично сразу стало. Давай, она здесь, держи дверь. Все, выходи, выходи, можно, выходи. Выходи, выходи. Лиза Робинсон. Мы видим. Сейчас, суки. Мы видим. Я чуть не обосрался, блин. Мы видели. Брось мишку, призрак. Брось мишку. Возьми чашку. И пообщаемся. Если ты меня слышишь, то кинь эту чашку на букву Е. Это будет ЕС. Да не на медведя, Дангар, блядь. Скажи нам, это панши. Е или М. С это значит, ну, типа, нет, сомневаюсь. Смотри, он М. Отмена. Операции по съёбам. А мы это Макдональдс, смотри, большая, Дангар. Если хочешь в Макдональдс, кинь на букву М. Отмена, он сказал отмена. Он сказал отмена, он выделил букву О. Это не банши. Это отмена. Это отмена? Да. Это отмена. Отмена. Это просто восхитительно!
Ох, не помню вообще, когда выходила последняя нарезка именно на этом канале. Очень давно, наверное, месяц, наверное, назад. А нарезка по фасмофобии выходила вообще, наверное, месяца 4 назад. Но я прямо ждал с нетерпением, офигенное получилось. Получилось офигенное видосин. От души просто поржал, надо, наверное, как-нибудь присутствовать на стриме у Купленова по этой игре. Я думаю, будет гораздо веселее, потому что там, я думаю, будет моментов будет побольше. Вот, как-нибудь надо. Да и самому надо поиграть в эту игру, прям очень весело. Правда, одному как-то будет скучновато, надо найти с кем. Да, но в любом случае, от души поржал, огромное спасибо. А кто нарезал? Тут не написано? Нет, тут не написано, жалко. Вначале тоже, по-моему, не было обозначения, кто нарезчик. Но в любом случае, спасибо большое нарезчику, спасибо большое Купленову. Очень хорошее получилось контентище. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий, не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Reborn. Спасибо за просмотр, пока!